Мария Стюарт – одна из самых популярных женских исторических фигур в мировой литературе, драматургии, кинематографии. Женщина, чья судьба бесконечно влечет художественные натуры. Осмыслить ее судьбу. Судьба трагическая, яркая и почему-то вызывающая огромные споры. Была ли она такой, как ее навсегда изобразил романтический Шиллер? Была ли она столь романтичной? Но ведь столько фактов толкают к этим оценкам. Она побыла королевой Франции. Она девочкой стала королевой Франции, женой короля Франциска II. Но этот юноша быстро ушел на тот свет, сын Екатерины Медичи. Но у нее есть от рождения другая, шотландская корона. И вот она королева Шотландии. Но зачем-то заявляет, что она претендует еще на одну английскую корону. Стефан Цвейг, который написал о ней прекрасный очерк, считает, что вот она, трагическая ошибка ее жизни. Он прав, ибо она претендовала в связи с родственными связями, имея некие основания, как правнучка английского короля Генриха VII, на корону, которой владела великая английская королева Елизавета. И вот две женщины столкнулись в борьбе за эту корону. Обстоятельства сделали Марию пленницей Елизаветы, и она должна была уже бороться не за корону, а за жизнь и свободу. Она как будто бы проиграла эту битву, ибо была казнена по приговору суда, утвержденному Елизаветой, но посмертно она выиграла это сражение, став романтической, идеальной и более прекрасной фигурой на фоне деловитой, талантливой, но суховатой Елизаветы. Две женских судьбы, которые разделить трудно, но без понимания личной биографии Марии мы ничего не поймем и в их диалоге или схватке. Thank you.